Полное название новой экспозиции – «Простые вещи. Повседневность жителей Кремля в первые годы советской власти». На ней представлены предметы домашнего обихода семьи Ульяновых, прежде всего Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничны Ульяновой, младшей сестры Владимира Ильича Ленина. Экскурсию для нас провела автор выставки, начальник отдела научно-просветительской работы музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова. Когда человек приходит в музей, для него важен момент узнавания. Да? А что было такого у этих небожителей? Да? То есть мы сейчас говорим о личностях мирового масштаба. И вот что у нас общего? А у нас вот общего как раз вот этот быт. Представленные личные вещи позволяют составить впечатление о жизненном укладе семьи Ульяновых. Например, из книги расходов домработницы за 1934 год можно узнать о том, чем питались обитатели кремлевской квартиры. Стоит отметить, что красной икры и омаров в их рационе не было. Когда говорят, что Мария Ильинична управляла, да, вот этим хозяйством, она именно давала распоряжение, она знала, как должно было быть. А черновую работу, готовку, уборку, глажку, поход по магазинам – это все делала домработница. И вот как раз вот эта книжка о том, вот, что покупала домработница, какие продукты именно. Ну, мы видим, что и список продуктов тоже достаточно простой. Рис, мука, макароны, чай… Масло, сахар. Мария Ильинична вела хозяйство семьи Ульяновых. Наверное, поэтому большинство вещей на выставке принадлежит именно ей. Среди радионаушников и прибора для укладки волос есть и довольно милые вещицы, оставшиеся, видимо, еще с дореволюционной жизни. Это бальная книжечка. С такой дамы в 19 веке ходили на бал. И на этих страничках записывали, с кем какой танец они будут танцевать. Но я вам могу сказать совершенно точно, там, конечно, не очень разборчиво, но мы понимаем, что это не танцы там записаны, просто какие-то простые бытовые такие заметочки. А кто это? Чьи заметки, чья рука? Это было найдено в комнате Марии Ильиничны. Всего в фондах музея-заповедника «Горки Ленинские» хранится более 2000 личных вещей семьи Ульяновых. На этой выставке представлено только 50 экспонатов, но каждый из них имеет свою интересную историю и хранит немало тайн. Здесь есть некоторые вещи, знаки, которые не очевидны для сегодняшнего посетителя. Даже люди моего поколения, вот в частности, да, нашего поколения, да, не могут отгадать, например, что вот это. Мы не будем на камеру говорить. Приходите и отгадывайте. Или вот здесь вот тарелка, да, на ней написано ИВОБД. Вот тоже загадка. Откуда пришли эти тарелки? Откуда они в доме? Экспозиция, находящаяся в музее кабинета квартиры Ленина в Кремле, будет работать до 31 декабря 2023 года. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.